апгрейд, вот я говорю, вошел в копеечку, цены подскочили дико, и, кстати говоря, я считаю, я еще успел. Ну, более-менее. Потому что, я говорю, сами видите, что с курсом, так что как-то так. Так, ну что падать, что делать? Так, а чего? Чего делать? Андрей Ай, блин. Ярославский, здорово, мужики, Ох, мужики, хрен. здорово. Александр Волков, привет, моя любовь. Никуля мяу. Флиртом тут занимается уже. Так. Так, ладно. Пойму, а чё оно не сеет-то? А ты ее опустил? Её надо Ее включить и надо заложить опустить. и кнопочку X нажать и кнопочку V нажать. Вот. Андрей, привет дальше стрима, а Денчику персонально привет, Александр Волк. Привет. Вот, она уже там кусок посеяла, что ты. Здесь, наверное, Ну, просто яма кусок как. Ну, проехать. Да, а, да. вот, пошло, пошло, пошло. Отлично. Так, а у нас Все. стрелки есть еще или нету? Все, да? Нету. А. А, есть только две кукурузные. А, все, понял. Ну, сейчас, наверное, еще придется на сеялочку купить. Наверное, две сеялки куплю. Такие маленькие, я имею в виду. Так, где они у нас? Вот они у нас. А, да, нету. Все, сейчас покупаю тогда две сеялки. Покупаю еще одну сцепку для... Ой. Ну да. Для этих сеялок. Так что можно... Можно забирать. Так, можно еще и трактор, наверное, какой-нибудь купить. У меня пинг высоковат. Ой, не то. Так. Трактор, трактор, трактор. Что у нас есть? Этот у нас есть. Этот у нас есть. Так, этот мы покупать не будем. Этот мы тоже покупать не будем. А что мы еще можем купить? 10-25 у нас, по-моему, тоже есть, да? Ой, 12-21 дорогой, зараза. 10-25 есть. Меня жаба душит. Так, что бы вам купить-то тогда? Ну, давайте вам куплю этот 892. Еще. Какого хрена? Пускай он будет. Вот. Упорно не хочет сеяться. Так, у него кто-то уже прыгнул? Да. А, молодец. И вот эти сеялки, да, стоят? Да, 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 сеялки цепляй. Так, привет, The Brian Maps, привет, Алексей. Так, ты, наверное, с ними не выйдешь. Не надо выйдет? Их стаскивать. Точно не выйдет. Ну, по одной тогда надо выехать и трактор... Потом сцепку. Потом сцепку. Либо трактор брать еще один, да, какой-то. У нас есть еще трактор? А, вот же трактор есть. Вот, сейчас я приеду тогда. Могу. Чем смогу. Так, обзорчики или барашку, что ли, постричь, а то моей маме ниток не хватает для вязания. Для вязания. То у нас там есть две овечки, только они еще пока не стригутся. Где-то он говорил, что можно проехать на сквозняк. Куда там на сквозняк, может через гараж проехать. Вот, Алексей, не знаю я тут всех твоих этих самых заморочек. Он же местный. Да. Он сам, там все, он все сам, тропинки знает. Ладно, он сам тут иногда плутает. Он тропинки эти рисовал, а сам плутает иногда. Так, Алексей Хрипачев, всем привет, удачи у стрима, лайк поставил, спасибочки. Дэн, какие у тебя планы на вечер, Александр Волк спрашивает. Не знаю. Да уже никаких, время-то будет позднее. Его и так уже вечер, да. Антон Тхор, привет, Андрей, как дела? Отлично, работаем. Влад 3DDR пишет, всем привет. Здорово, Влад. Игривый сосисон. А, это какой-то там КамАЗ. Ребят, не знаю, я говорю, с КамАЗами сейчас будем, наверное, тоже тему закрывать. Мы КамАЗ поставили, посмотрим, как он на работе. Если будет все нормально, то, наверное, закроем тему, наверное, КамАЗов. Потому что смысла нет. 28 КАМАЗов водить, наверное, один пак поставим, где на этом успокоимся. В принципе, у нас свой КАМАЗ есть, не достаточно неплохой. В общем, посмотрим. Денис Ефимов, привет, бригада, приветик. О, кстати, картоха тут или что, свекла тут зреет. В общем, у нас тут все. Все хорошо. Поля возделали. Из зернотока на стоянку. Из зернотока на стоянку. Ну ладно, там надо будет как-нибудь побегать, посмотреть, где там что можно проехать.
Пизда, сейчас буду неделю цеплять эту сейлку. Сейчас я подъеду, помогу. Чего там? Надо сейлку цепляет. А, и можно на седьмое поле уже, в принципе, гнать комбайн. Также у нас будет сегодня новый комбайн, ребят. Будем сегодня новый комбайн от Кирюхи. Как его? СК5М. Тельтевской, по-моему. Это так? Так, Серега тут мотается. Ты что мотаешься, Серега? Под дрова? Разгрузил. Правильно. Нам деньги нужны. Так, как в бригаду попасть? Игривый сессион, как? Через отдел кадров? Забирает мап. Удачи. Так, сейчас будем новый комбайн тестить с пуном и с копнителем, с тюковщиком. Вот, так что как-то так. Так, Игривый сессион нет, потому что он видео там что-то заливает, поэтому у него сейчас интернет занят. Не до бригады на сегодня. Ладно, пойду спать. Намучился, блин, выходные, постараюсь к вам. Влад пишет. Ага, хорошо. Да, этими сейлками, блин, я на шестом поле прям морзянку выбиваю. Ну, нормально, чё? Ну, ты бы посмотрел. Чё, плохо сейлка? Красиво, блин. Плохо сейлка? Ну, блин, здесь то 30 метров идет, то 10 метров на холме, блин, просто пропускает. Ну, это вообще не камильфо. Поле кривое такое, ну, что делать? Какой есть? Сей как есть, но что делать? Ладно. Вернись потом поперёк. От жизни как, то же самое. А тоже поля не такие ровные, как они кажутся. Так-то да. Руслан Шубкарин. Здорово, здоровенько. Ну чё, Дэн, а ты здесь не выйдешь, Дэн, по-любому. Чё ты тут цепляешь? Их надо, если цеплять, то уже надо вытаскивать туда, наружу и выезжать. Так что я там сейчас отрялся. Выезжай, ты там не выйдешь, да, с двумя силами. Я же сказал, что надо снаружи их сцеплять. Да, да, да. Все, я чё, еду к тебе, чтоб тебе тут вот помогать со сцепкой. Так, слушай, а чё помогать? Поехали прямо на поле, и там тогда уже и будет. Так, а на какое у нас поле? Шестое поле. Смотри, как туда лучше проехать, я за тобой, если что. Вообще, хорошо бы было бы сделать, наверное... Что? К этим сейлкам сделать сзади какой-то аттачер. Чтоб можно было их одну за одну прицеплять. Об этом уже давно говорили, кстати говоря. О, что такое к рандом тракторе сильно войник? И лобовое стекло сильно белое-белое. А это я, потому что сзади еду, фарами свечу. А-а-а. Так лучше? Да. Это ж 15-й, ты чё? У нас тут ночью аж прозбивались, господи. Было дело. Стой, 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 никуда, не туда, не туда, не туда. Не-не-не, это точно не туда ты поехал. Так это вам надо до седьмого поля аж ехать. Да. Потом вдоль седьмого вниз. Ехай сейчас до указателя направо на Курай. Вот, и там уже будем выбираться. Так, блин, уже 10 на карте. Чё... Ой, чё ты пропустил коммент сейчас. Чего тут? Блин, уже 10 на карте наиграл за вчерашний вечер. Мне страшно. Привет, Андрей, бригада. Особый привет Нике Мяу и тебе, Андрей. Спасибочки. Кроме карты всяких триггеров не закидывали еще на Яндекс.Диск? Нет, ребят. И не будет, ребят. Все моды к Самары Волги берите, ребят. Я имею в виду трактора и все остальное. Потому что, ну, игру не буду я делать отдельную ссылку, наверное, сюда. Зачем их повторять? Либо с Варваровки, да, ребят. А на Варваровке тоже там ссылки нет, кстати. Потому что, а зачем повторять одни и те же моды по 30 раз? У меня Яндекс.Диск тоже не резиновый. Так. Так, Андрей, я с СЗТ-4.5 выезжал. Не надо. Не надо ля-ля. Да ладно, не надо ля-ля. Мы же как положено, что мы будем силки долбить об эти самые 5.4. Ага. Так нет, ребят, ширины ворот. А что, кто-то делал, блин, тут ворота под эти самые, что ли? Под ракетоносцы? Нет, что правильно. Так, и вот там где-то надо будет сейчас налево поворачивать за седьмым полем. Алексей Кульков, привет, Андрей, лайк поставил. Приветик. Дорога будет или нет? Да, конечно, грунтовочка будет, да.
сразу за седьмым. О, ага. А где взять газон синий новый и КамАЗ? КамАЗ не знаю, ребят, КамАЗ мы вообще будем удалять, как забыл я его удалить, надо удалить. Вот, я так надеюсь, что мы будем возить, скорее всего, газонами, там, водку и все остальное. КамАЗ, он нам абсолютно не нужен. Андрей, Самара-Волга плюс Курай или еще что-то? А что Самара-Волга плюс Курай? Качайте моды, ребят. Обязательно поставить моды, которые идут с Кураем. Вот. Так, что, заблудился? Так, налево, да? Направо, погоди, 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 нет, направо, направо. Направо? Направо, да. Так, и поехал налево. Да я хочу развернуться. Ага. Езжай, веди ты, я дорогу не знаю. Так мне так удобнее. На карте так, дорога плохо написана. Погоди, погоди, направо. Направо. А что-то я не понял, а куда я приехал? На третьем как? Мы приехали. Туда приехали. Значит, я правильно поехал? А, нет, да. Ты поехал, да. Ты с другой... А, так же. Ты с другой стороны просто объехал, да? Да. Я-то с другой стороны заезжал оттуда. Так. Вот же шестое поле. Буквально туда за этой залез полосой. Так, ну и все тогда. С этой стороны как раз тогда сейчас цепляем их. Сейчас я газончик тогда пригоню. Давай сейчас сыпем. Джек Потрошитель, всем привет, куда Влада дели? Влад учится, ребят, работает, ему сейчас особо некогда с нами играть. Так, все, стой, я сейчас тогда подгоню, постараюсь как-нибудь так поудобнее, чтобы можно было сдать назад, и все. Так, ты так и не сказал, где взять новый синий газон? Ребят, я уже третий раз говорю, нельзя нигде его взять, он идет в паке, отдельно вы его не скачаете, ни 66-й газон, ни этот газон. Называется газ, газ пак, нет, газ 52, 53, 66 пак, как-то так. Так, ну чё, сейчас подожди, 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 да. Сейчас попробую еще немножко подвинуть аккуратненько. О, прям как надо двигаешь. А? Почти. Ать, не получилось. Сейчас жопным ходом немножко сдвину. А у меня сегодня день рождения. Поздравь, пожалуйста, Техноплюс. Поздравляем, с днем рождения. Желаем счастья в личной жизни. Пух. Да. Еще. Так, чуть-чуть вперед. Оп, отлично. Хорош. Ага, все. Прицепили. Так, что мы здесь имеем? Канолу, да? Не пшеницу. 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 А, так а что толку? Сейчас так, тебе еще заправить надо. Сейчас я газончик пригоню сюда. Сейчас, подожди, еду. Так. А где пак взять? Руслан Шубкарин. Не слось. Ребята, эти паки лежат уже, я не знаю, который день уже везде. Не следите за новостями в Farming Simulator, абсолютно. Так, куда погнал ты, Дэн? Не, я заряжаюсь в поле, пока готовлюсь. О, думаю, куда он поехал? Я за ним, он от меня. Так, все. Дрынц. Так. О, у меня впереди еще, да? Шнак загрузочный. Джек Потрошитель, да. Работа всех затягивает, людей теряем, да, ребят, согласен. Согласен. Лето кончилось, опять же. Так, отличненько. Все, вперед. Я сейчас тогда поеду гнома заправлю. И тогда поеду заправляться. Еще. Ребят, полазите по сайтам, опять же, чтобы получить вот такие вот красивые следы, все равно вам надо будет это самое с сайта качать, потому что там еще и файлики лежат вот для этих вот следов. Вот, иначе они вас следы вообще оставлять не будут. Так, тормози. Серег. Сейчас я тебя заправлять буду. Так,
как бы так на две-то распределить, чтобы одинаково было. Так, все, короче, выстрелил. Более минированное, нормально. Выстрелил все до железки, сейчас еще привезу тогда. А на силках настроили, что садить? Да-да-да, настроили. Еще как-то настроили. Так, все, ребят, тяните время, короче говоря, скоро буду. Ремотка застоит на 5 минут. Ты мотаешь время чуть-чуть, ускорил? Нет, я не мотаю время, случайно нажал, наверное, по технике прыгал. А куда я еду-то вообще? Куда-то я туда поехал. Выпустите меня на дорогу. А, вот она, дорога. Ура, я дорогу нашел. Так, Андрей, как косилка сегментная называется? Так, косилки у нас там две, одна называется, косарка, по-моему, косарка-оса, да? Угу. Вторая от Vertus VKDM 210. Вот, он там ее подправлял, вот, поэтому от Vertus у нас косилочка в паке стоит. Так. Радмир Давлетшин. Всем привет. Давно ли стрим идет? Давно. Так, у нас есть кто-то свободный, нет? Или все заняты? Я могу это самое бросить доски возить. Ну давай, довози тогда. И чего будем? Чего будем? Комбайн надо покупать еще. Хватает денег-то? Ну не знаю. Ну вот ты сейчас куда везешь-то? Уже на отвоз? Заправляюсь. А, ну давай, заправляйся еще туда, ходку делай, да, и хватит. По-моему, хватить должно. Так, а еще на семена нам сколько надо будет? Да, на семена. Ну, надо будет, сгоняем еще. Так, где у нас тут семена-то? Мне не ротка нужна, а какая нужна-то его? Это которая косарка-оса, что ли? Я говорю, косарка-оса она называется, это польская штучка такая. Вот. По-моему, так она называется, насколько я помню. Сейчас гляну. Как она в модах называется? Или ФС-15, или просто косарка-оса. Кто-нибудь помнит, как она называется? Она вроде просто оса называется. А, да, она просто оса называется, да. Вот. В модах. Кстати, хорошая косилочка, да. Забавная. Она есть, что она поменьше, чем вот это вот, как его, чем роторка. Я имею в виду, захват у нее поменьше. Все-таки у КДМ 210 побольше. Так что. Ну, для маленьких карт. Может быть. Да не для любых карт. В принципе, можно и два трактора купить, пустить и три. Как-то так. Да, на семена-то деньги уходят. Го-го-го, сколько? Скажи, пожалуйста, аддоном 1500 А4 можно убирать рожь? Теоретически можно. Должно быть. Потому что, я говорю, если правильно прописан этот мультипрут, то, скорее всего, можно. Он должен быть прописан правильно. Учитывая, что здесь моды стоят с варваровки. На варваровке рожь убиралась нормально. Так, какой у тебя Windows? Windows у меня 7 стоит, ребят. Я еще никуда не переходил, я не люблю эти эксперименты. Кстати, у нас сейчас будет туман, походу, да? Красота такая. Угу. Туман пошел. Дымка. Melvin MC. Привет, Андрей. Привет, Дмитрий Маслов. Привет, приветик. Да, ребят, на нас падает туман, так что будет у нас утро туманное. Всем привет, что делаете, как что делаем? Сеем, пока сеем, ребят, пока сеем всем. Сейчас будем новый комбайн, наверное, тестить. Сеялки картофельные у вас есть? Если есть, можно название. Есть у нас сеялки картофельные, называются Сан 4B.
вот. Есть еще маленькие, но они немножко глючные. Там есть еще Шадзарка Агразет. Вот. Но она немножко еще недопиленная. Их еще допили. Ой, опять не туда поехал. Револьвер. Ударение на последнюю гласную. Кошмар. Почему? Серый, черный, серый. Привет, Андрей. Привет. Иван Чернобай. Алексей на славу расстарался. Да уж. Так, туда едут. Туда. Кстати, свекла тут или что-то, по-моему, свекла позрела. В общем, работа непочатый край. Грибы сосен, а мне любимые щи варит с баранинки деревенской. Хватит, хватит про эти самые кулинарные изыски. Да, Алексей, всегда, что не стрим, так всегда его тянет на поесть. Хватит. Что у Глеба, что у тебя? Нет, я-то как-то просто в этом плане, в плане того, что я как-то и пельмешками обхожусь. Так, так, а где вы есть? Я что-то, я вас не вижу. Наверное. Я человек простой, вижу еду, ем ее. Да. А ты на руле? Да, я играю на руле, Гриша, аккаунт Клёша, да? На руле очень удобно. Надо вот правильно тут вопрос задавать так. Андрей, ты живешь, чтобы есть? Или да, ешь, чтобы жить? Ну да, согласен. Не, ребят, я говорю, я люблю вкусно покушать, но говорю, я так особо не гурман. Я уже говорил про это дело. Ну, кстати говоря, две силки, как хорошо, быстро получается. Так, ну что, пошли тогда, глушу газончик. Сейчас покупаю, наверное, все-таки этот новый комбайн. Будем сейчас его проверять там. Вот, появилась вот, ребят, новая Нива. Нива новая, Нива новая, вот она. Так, ну что, давайте, наверное, сначала пун купим, да? С пуном, наверное, у нас сечки нет нифига, да? А сечку, куда нам ее девать, сечку? БГА здесь нет. Этот не принимается, как у Силус тоже никуда не принимается. Коровам только. Только коровам. На коровнике есть яма? Яма. Да здесь-то есть. А Силус-то все равно никуда не принимается. Ну, для коров будет. Ну, это да. Ладно, давайте пока проверим на сечку, как она рубится, да. А потом тогда посмотрим. Так, а что нам жатко нужно еще для нее? Вот у нас жатка для Нивы, да? Так. Ух, туманище-то какой. Жатка. Купить. А, и нам нужна еще мажара, кстати говоря. Денег у нас, походу, уже на мажару, наверное, и не хватит. Еще когда пару кадарей слепить. Так. А, не, нормально, хватает. Вообще надо, наверное, сгоняй еще, наверное, ходочку, да. Потому что у нас денег вообще 1000 осталось. Последняя 1000. Так, вот такая вот у нас Нива, ребят, обновленная от Кирюхи. Сейчас будем на ней работать. Попытаемся как-то с ней покрутиться, повертеться. Так, нам нужно установить на нее пун. Так. Оба. О, как родной спал, смотрите. Отлично. Так, пун прицепили. Так. Мелвин. А чё, Мелвин? Чё, подскажешь вопрос выше? Так, ребят, я не успеваю комменты читать, поэтому говорю... Так, захожу в сетевую игру. Пишут купить игру. Почему? Да потому что пиратку купил, ребят. Это нормальное явление. Почему? А вы сами не догадались? Вот уже и по поводу 15-го тут вчера кто-то вопрос задавал. То же самое. Ребят, ну, не надо покупать игры в подземном переходе. Я вообще не понимаю, зачем вы покупаете игру в подземных переходах вообще. Зачем? Там дешевле. Зачем этот кусок пластмассы вам нужен, ребят? Непонятно. Я не понимаю. Мне даже удивительно, а почему даже эти вот подземные переходы, где торгуют дисками, живы? Ну, потому что... У нас, например, в городе полностью они себя изжили. Вообще да, полностью. Да, да, да. Ну, рынок что это? Два дурака, один продает, другой покупает. Да. Угу. Так, ну что, вроде срослось. Какое у нас там поле? Седьмое. На К нажми. А что на К нажать? Зачем нажать на К? Включить, выключить эффекты. Не надо ничего нажимать, все нормально. Так, ну-ка сейчас посидим внутри.
Ух ты, круто, смотрите, жулюзи стоят, обалдеть. Вот это Нива. Круто. Ну, не знаю, как вам, мне нравится. Так, а что здесь еще работают? А, решетки можно убрать, наверное, да, я так понимаю. Да, нет, оставим решетки, красиво. Включить-выключить эффекты, я не знаю, что это такое, честно говоря. Поехали. Не работает. Нет, работает, но не знаю, зачем это. О, классно, ребят, дождались мы Ниву, сейчас посмотрим, как она работает. Вот. Так, включаем все освещение, шморгалку, в смысле моргалку, чтобы это самое нас видно было на дороге. Ну и едем. Все, звук мне нравится, хороший звук. Жалюзи снимаются, да, вот Алексей пишет. Я понял, да, ну я уже снял, но с жалюзями круче. С жалюзями то как классно так. Загадочно, атмосферно. Инопланетный корабль прям, а не Нива. Инопланива, блин. Да. Алексей Волохов, всем привет. Привет. Покупал в Стиме за 319. О, вот это интересно. Тогда. Вот это уже интересно. Тогда интересно. Тогда не знаю. Единственный вопрос, проверь историю покупок. Да. Ну тогда писать службу поддержки тебя надо. Не знаю, у меня в Стиме сколько я... Не-не-не-не. Игру прав... Каким образом? Сначала проверить историю покупок, историю транзакций. Mm-hmm. Потом перекачать игру, если уже такая хрень происходит, то уже в техподдержку. Mm-hmm. Круто. Слушайте, Нива. Настоящая, с копнителем. Жесть. Сколько мы ее ждали. Нива. Когда копнитель одеваешь, остается та желтая крышка от пуны. Сейчас она стоит. Текстуры друг другу на друг друга залезают, а нака она убирается. Забань на одну минуту. Зачем кого-то забанить на одну минуту? Так, что там убирается? Куда уберут? Какие текстуры куда налезают? Что-то я не вижу. Тихо. Вот теперь вижу. Оп. Во. Угу. Вроде сработало. Добьешь остаток? Да. А может не сработало, непонятно. Ладно, поехали. Не, здорово, не знаю, мне понравилось. Внутри приятно находиться. Единственное, что прибор, конечно, не работает. Ну, не что с ним. Главное, что зато очень красиво внутри. Я имею в виду в Ниве. Так, и до седьмого поля нам ехать недалеко. Сейчас доедем. Так. Кстати, в МТЗ 10.25 есть небольшая бага насчет фар. Что там за бага? Если включить дальний свет или задние фонари, то подсветка спидометра пропадает. О, да и чё. Иван Ведер. Веду в Ютубе и бригаде. Привет. Техноплюс, пожалуйста. Кого забанить-то на одну минуту? Тебя, что ли? Тест Техноплюс. Я забанил. Могу и не на одну минуту. Вам хватило там, Семен, да? Да. А, ну и отлично. Так, тогда мне сейчас нужно будет то. Сейчас вот продаст еще. Я сейчас еще на одну мажару куплю. Потому что одной мажары нам будет маловато, наверное. Или не мажару, или еще что-нибудь купить. Что ли? Не, мажару лучше. Так, зерно в бункере не анимировано. Ну, это разберемся сейчас, что тут анимировано, что не анимировано. Жару, которая размером с вагон? Не, зачем? Ну, то, что на него ее не потянет. Это у нас мажара для этой. Ладно, сейчас посмотрим, как она... Для кировца только. Так, включаем. Так, ну что, включаем Ниву, соответственно, да? Заводим. Так. Так, также нам надо сейчас включить, соответственно, наверное, задний пункт, да? А как ее включить? А, вот, включить. О, поехала. И выставить трубу, да? О, так, ну все. Все, шестое посеяно, что дальше у нас? Отлично, заработало. Ну, еще первое осталось. А, ну сейчас Андрею надо помогать, это на отвоз. Так, не понял, а где анимация? Опа-на. А, стоп. А что у меня солому-то выбрасывает? Что-то я не понял.
Так, выставить трубу. А, вот, включить отделение соломы. Не понял. Вот. Ну-ка. Нормально, меня выкинуло. Я вас поздравляю. Не вы забагованы? Нет, я имею в виду, из игры меня не выкинуло, самый ОБС ругается. Опустим подборщик. Какой подборщик? Так. Блин, как тут все хитро-то. Так, какое поле сказали сеять? Ё-моё, туман. Кошмар. И что толку? Оу. Первый, да, у нас не посеян? Как все запущено-то? Да, первое пустое. Угу. Поехал на первое. Ну, может там кукурузки посеять? Часть поля. Оно большое и сильное. Частями посеять. Так, как сюда проехать? Вот так вот, да? Как сюда проехать? Там. Чего солому заменить? На Б измени. А куда? Я он у меня включен. Чё я должен тут еще поменять? Так. 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 Во! Заработало, наконец-то. Кого забанить надо на одну минуту? Тебя сейчас забаню. Раз просишь, и не на одну минуту. Ну просит человек, не сделайте мне больно. Хренов мазохист. Или он хочет посмотреть, каково это быть забаненным временно? Я не знаю. Ну, я могу даже сказать, что будет. Ну что, при следующей попытке написать какое-либо сообщение выкидывается маленькая надпись, типа через столько-то секунд вас разбанят. Так, ладно, короче, заработало, но честно говоря, я вот плохо понимаю, как это работает. Ну, в смысле, я понимаю, то есть это практически получается, что прилепили подборщик соломы этот, как он называется, это подборщик волков сзади, да? Я иду, что не могу понять, а в прицеп у нас что-нибудь собирается, вот что-то собирается. А вот как понять, сколько там сечки, я не знаю. Переключись на прицеп или не переключайся. Нифига он там не показывает, как это все будет показываться, я не знаю. Так. Ладно, короче, пока поработаем, а там именно. Чё, Андрей, на первом сеем? Андрей Кобрин, почему тут? Да потому что не получается ничего. Вот. Ну все, разобрались в этой ними. Тут уж под руку говорят, поэтому я злой. Я тут с ним и разбираюсь, а мне тут, я говорю, забанить его на 5 минут. Вот, забанил. Дай сосисон на коралку, он там всех забанит. Кто хочет. Так, у меня вопрос. Как теперь разобраться, сколько у меня в бункере и сколько в этом? Потому что он показывает, походу, общую какую-то эту самую... вместимость или как? В общем, как-то так. Объем? Объем, да. И как понять, когда это все забьется, я не понимаю. Так, ладно, разберемся сейчас. Главное, что работает. Главное, что работает, и в копе вроде работает, так что... Когда зерновой забьется бункер, то, наверное, этот самый поднимется, да? Да, он косить перестанет, а там черт его знает. Вот, я помню, там как-то были разные города, стояли разные эти самые шкалы в 13-м. То есть шкала, соответственно, сечки отдельно и шкала этого самого отдельно. Плюс сейчас еще посмотрим, как это все с тюкопрессом будет работать, тоже интересно. Ну ладно, сейчас разберемся. В смысле, прямо на Ниве тюкопресс?
Ну да, здесь копнитель стоит, но он выполняет роль только пресса. Ты знаешь, что было? Ну да. Но работать работает, но все сложно. Нет, дело не в сложности, дело в том, что как понять, сколько у меня в бункере сейчас урожая, вот я вот этого не могу понять. Абсолютно причем. То есть я так понимаю, что он мне показывает инспектор. Ну давай попробуем инспектор. Так, что у нас в инспекторе? Сейчас, секундочку, ребят, я подвину тогда менюшку. 78% у тебя. Овес. Назад. Так, смотрим. А, вот. А, вот, овес, да, и сечки 14%. А, все, вот, понял. Да, да, вот в инспекторе видно. Я что-то как-то и не обратил внимания, что в инспекторе все видно. Так, все. Отлично. Что там, еще на одну мажару хватает, не? Так, да, 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 да. Так. Давай, бери, я сейчас подцеплю, сразу к тебе притащу. Мне надо сейчас, значит, что, ребят, мне нужен сейчас грузовик какой-то, чтобы меня разгрузил. У меня 97-98%. Я сейчас буду полный уже. Все. Я забился, короче. Сейчас тогда я это вам вручу. Так. Всем привет, Юрик Тарасов. Привет. Сколько еще будет идти стрим? А черт его знает, сколько он будет идти. Ну, в общем-то, все работает. Ребят, ну а кто сказал, что будет легко? Столько агрегатов надо включить, да? И жатку надо включить, и пун надо включить, и подбор включить. Ну, в общем, интересно, короче говоря. По крайней мере. По крайней мере, это интересно. Андрей, что такое? На первом поле что будем сеять? На первом поле лучше вообще ничего не сеять. Не, ну можно ж кусками сеять. Часть того посеять. Так, а давайте что у нас по дефолту есть после. Чего там пшеницу посадили? Угу. Ну, сажайте ячмень тогда, а чё? Или что мы хотели? Канолу на первом, по-моему, да? Давайте канолу, да, а то мы там умрем действительно. Угу. С этой соломой. Давайте канолу. Так. Хаюшки бригада, удачного стрима, Денчику привет, Леха Вотинов, привет, Олег. Всем привет, Кирки, шо с техникума прошел, а шо за новый Нима? А чему ты зли? Я не злой. Под руку говорят, я уже сказал. Вот, Юрий Тарасов, а у нас сегодня блинчики. Ох, кто это там помчался? Так. Тест техноплюс, ты забанил? Я не забанил, я тебя исключил из разговора на 5 минут. Так, тест техноплюс, я могу тебя вообще забанить. Честно говоря, я говорю, я не понимаю смысла. Дядя Женя. Так, игривый сессион, привет, привет. Юрик Тарасов, кто в бригаде? Ну, в бригаде у нас сегодня, ого, сколько. Так, Серега, гном, Денчик. Денчик, ребят, пришел. Ну и я, конечно. Игривый кот мяу. Привет, деда. Я сегодня получил 10 информатика, 8 биологии, 9 физра. Радость-то какая. Молоток. Гриша, аккаунт Клёша. Пока. Пока-пока. Так, а чё вообще соляружку? Блин, а потом все по новой придется заводить. Жесть. Ну ладно. Всем привет, что нового? Дядя Жень, что нового? Нива новая. С пуном. И пока вроде как работает. Юра Ванёк, здорово, а что за Нива? Вот такая вот Нива. У меня 9 из химии. О, бывает. Не надо, лучше расскажи, что будет, а что будет. Все будет хорошо. А если хорошо не будет, то все будет очень плохо. Денис Сабадаш. Привет с Рима. Нифига себе. Самого Рима нас смотрят, ребят. Кто? С Рима смотрят. С из города такого. А. Я подумал, нас Римус уже смотрит, блин. Да ладно. Кто мои доски украл? Я украл. И уже сбагриваю по-тихому. Андрей, купи там сразу вторую мажару, он пускай захватит по пути хорошо сюда. Хорошо, сейчас, да.
Может, там сцепка, я думаю, есть. Посмотрю, может, у нас есть что-то еще, кроме мажора. Нет, ничего, кроме мажора. Так красиво выглядит, как просто вот эта куча досок просто сдувается так. Пока нету. С 50-го бруса превращается в фанеру. Она нам нужна, я думаю. Слушай, да не надо второй мажор, не будем ее брать. Я лучше это самое тогда, на солому. Ну, тюки пустим на солому, правильно? Так. Черт, планш скоро сядет. О, пацанчик приехал. Отлично. Шишига примчалась. Так, ну что, надо. А тут со щепой стоит бизон. А, надо по новой все заводить. Так. Так. Так, здесь завел. Так, здесь. Здесь включил. Все должно работать, по идее. Так, ну все, поехали. Это седьмое поле, да? Угу. Выбирать. Смотрю на вас. Пошла, пошла, сечка пошла. Все отлично. Все отлично. А у МТЗ 892, у него даже это, панель приборов подсвечивается, когда включаешь свет. Его бы сделать нормально, вот он чуть-чуть немножко кривоватенький, вот чуть-чуть. А так неплохой там трактор-то. Ты что сюда приехал? Так, где Серег, ты этого? Проехал, я развернусь на 380. Ой, на 380, ну, на 270. Неудобно задним ходом гонять. Так. Ну я сегодня комбайнер. Ну с копнителем проще. Да не, да все нормально, привыкнуть надо, игривый сезон. Главное, чтобы все работало и не глючило, но оно вроде как пока работает. Вроде нормально, ничего. Вот это поначалу надо было понять алгоритм включения. Сейчас все работает, в принципе. Все отлично работает. Меня он сейчас разгружают даже. Видите? Все у нас функционирует. Стараюсь. Дядя фермер, привет ружникам села Курай. Привет, че. Потому что сечки, смотрите, ребят, у нас 45 кубов, а у меня еще только 27%. Так что вторую мажор, наверное, покупать не надо. Это у нас все-таки не какого. Ну вы поняли. Это у нас же не этот самый, не Самарово, где ПГА. Где ПГА нет, нам просто только сечки, оно здесь даром не надо. А зачем на Ниве эти жалюзи? Так чтоб тебя солнце не спалило, когда ты будешь работать в поле. Тогда еще этого самого, как его... Тренировки еще не было. Кондиционеры не придумали. Да, кондиционеры не придумали. Кстати, жалюзи у меня на всех окнах, например, стоят. Ну вот, включая балкон, потому что у меня южная сторона очень хорошо летом спасают от солнца. Это от солнца именно, ребят. Очень удобно, кстати говоря. Кстати, хорошо работает. Андрей, я тебе кину Ниву в ЛК. Ты кидай. Чё? Нет проблем. Сейчас народ же будет наверняка спрашивать, где она. Вот. Кидай, конечно. Сосисона, когда новая серия сибирской колеи? А, ну это не у меня спрашивают. Сосисона, что конфей нет, да? Фермер, привет. Я что-то пропустил. Да, ты пропустил демонстрацию новой Нивы. Как я тут чертыхался, плевался. Вот, пытать. Да что ж ты творишь-то? Ай-яй-яй-яй-яй. Всю жатку мне помнешь. Так, слушай, давай будем это самое, не выкорячиваться, будем... Почему? Поле кривое. Будем разгружать на стоячке. Вот и все. В чем мы выкорячиваемся-то? Я покричу.
Теоретически можно было сейчас по GPS уже начинать ездить. Ну, что-то как-то. Мне по кругу больше нравится. Мне газончик от Харда понравился. С будкой под водку и другие продукты. Вот. А что, он уже работает, да, хотите сказать? Мы еще сами его не понимали. Так. Так, водили в шишиги больше не наливать. Так мы вроде еще не наливали. Время-то 6 утра. Водку еще не возили вообще-то. Привет, опоздал на 55 минут. Кто в бригаде? В бригаде у нас кто? Серега, Дэн, ну и я. Чего агрегат? Так, давай самое как его, где. А, сейчас я развернусь. Андрей, кинул ссылку, хочешь сейчас посмотреть. А что посмотреть-то? Непонятно. Кого посмотреть, дядь Жень? Кого смотреть-то? Ссылку на что? Так, Серега, подъезжай. Гном там, по-моему, или нет его? А, кто на газончике? Нет. Кто на газончике на шишиге был? Был Серега. А, ну я говорю, Серег, подъезжай, чего? Я смотрю, ты бегаешь. А че он бегает? Я думал, ты сядешь на этот газон. Я поехал за лесом. Так. Лечу. Нива, а какую Ниву-то? Вот же Нива, чего? Какую еще Ниву-то надо? Я что-то не понял, про какую вы Ниву. Как сменить имя и фамилию в Ютубе? Не знаю. Вроде можно только через Google Plus. Да это там проблематично. Новый канал сделал. Антон Шуляк. Андрюха, привет. Привет. Хочу новый аккаунт запилить. Вот выспал. Телефон. Иди в паспортный стол. Кстати говоря, это относительно недорого стоит. Да, идешь в паспортный стол, меняешь. Все. Я, наверное, поехал на выгрузку. Давай, да, чего у тебя там почти? 91%. Ну смотри, давай я сейчас. Давай досыпем тогда, чего? Чего уж поедешь в полупустой-то, действительно. Что тут осталось-то? Если особо никому ничего делать нечего, подгоните этот газ с семенами к первому полю. Ну, он пустой, сейчас подгоню тогда. Заправлю, подгоню. Андрей, на комбайн на нем сделано, чтобы он тюки крутил. Так ну и что и на. Я не понял, о какой Ниве говорить. Вот она эта Нива. Вы что, не видите, что мы на ней уже работаем? Какая ссылка, ребят? И тюки он крутит, кстати говоря. Сейчас мы сечки набьем и поменяем этот самый агрегат. Будем тюки делать. Что это? Не поймал, Луис. Байни. Все, я встал. По идее, должно хватить. Савоск стоит, блин. Ну во. Полна коробочка. А то поеду. Нечего порожняка гонять. Юра Ивани, кто поможет с микрофоном, чтобы в ОБС и в скайпе настроить? Ой, ребята, это такая заморочка. Нивы вообще хорошие, себе тоже скачал, уже убирал на Курае. Ну вот я говорю. Почему Нивы? Она одна, по-моему. Или что-то с копнителем. Сейчас я прицеп сечки набью, наверное, и тогда поменяем, попробуем. Вот. Гейм пищи. Все ко мне стрим. Мы сейчас камни на камне не оставим на твоем стриме. Это называется. В гостях Красти. Здорово всем, здорово, Красти.
Ну что, забавное Нива. Да, мне понравилось. По крайней мере, пока никаких рассинхронов, глюков не видать. А, кстати говоря, сервак на нее тоже вроде не ругался. Так что вроде как пока все работает. Очень даже неплохо сделано. Мне понравилось. И кто тут газон бросил посреди дороги? Кто же еще? Посреди дороги. Надо ГАИ вводить срочно. Так, Егор Епин. Всем привет, привет. Здравствуйте, а что за культура, Аслан Макеев? По-моему, овес мы собираем. Ну да, овес. Овес. Жаль, что звук у него не родной. Ой, ребята, кто его знает, этот родной, честно говоря? Работает, и слава богу. Звук, опять же, сейчас найдутся мастера, которые звуки прилепят. Было бы к чему прилеплять. О, ничего не вижу. Не слепи мне в стекло. Коляк, ничего. До края дойду, заправимся. Андрей, покажи, на чем езжу. Я тебя уже заправляю. На чем я езжу. О, на чем я езжу. Зачетная Нива у нас появилась. С пуном, с копнителем. Так что все отлично. Ай-яй-яй-яй-яй. А что там с разгрузкой? Все нормально? А что с разгрузкой? Нормально. Ё-моё. Фермер Федя. Да, то жатку чуть не помяли, то газон на дороге оставили. Ой, ребят, в чужом глазу соринку видим, а в своем бревна не замечаем. Что, технику на заборах не вешали, что никогда на ферме? Да ладно, не поверю. Ну, два дня назад рыбовозку подвесили на елку. Да. Так, ой, так что мы моем вообще, да. Ох ты ж, а что за Нива такая? Расскажи, Андрей, ребят, ну, Нива из беседки фермера, это Кирюха сделал, любезно нам ее предоставил, скажем так, ну, не нам, а всем, вот. Так что, ребят, заходим, качаем. Наслаждаемся. Да, отличная Нива, вот, к ней еще и тюкопресс есть, сейчас вот. А че, Костя, туман ведь влажная. Привет, Андрей, пердун ку-ку. Нормально. Она у нас наоборот, она у нас не влажная, она сухая. Мы ее специально немножко подвлажниваем. А то мало весить будет. Вот. А так нормальненько. Юрик Тарасов, а я с баньки. Молодец. С легким паром. Банька, это хорошо. Кирилл вообще красавец. Респект ему за такой пак-нив. Почему пак-нив-то? А, Ниву пак, наверное, скорее всего, не пак Нив. Пак Нив это подразумевает, что несколько Нив. Ну вот. А Нива пак это подразумевает, что Нива в паке с чем-то. Ну, в общем, как-то там. Да, ребята, хорошая Нива, мне понравилась вообще. Кстати, по текстуркам вполне симпатичная. Не знаю, там пачкается она, не пачкается, скорее всего, нет. Ну, в принципе, мне как-то это не очень суть важно. Главное, что она работает. Вот, работает неплохо. Я бы сказал, даже вообще хорошо. Вот, единственное, что сложновато немножко вот по первости ее завести, ну а в остальном вполне себе работает, чё. Сейчас всё, шморгу оставляем, чтоб. В гостях Кристи, откуда его скачать? Я говорю, ребят, заходите, в ВК есть беседка фермера, называется группа. Вот там эта Нива сейчас вовсю рекламируется. У нас трактор на бок клали, МТЗ-80, действительно. МТЗ-80. У меня ребята, братья, блин, ДТ-75 на бок клали. Эту карту можно скачать, или она платная? Аслан Макеев. Ну, если хочешь заплатить, можешь заплатить. Вот. Ну, а так, а вообще она бесплатная. Дядь Женя, Нива классно выглядит. Ну, да.
Единственное, что она не перестала раскладываться, а так, в принципе, замечательно. Ну, это небольшой минус, я хочу сказать. Тем более абсолютно бесполезный в игре. Я им дал разложить комбайн, там все это дело. Вот, Андрей пачкается. О, она еще и пачкается, ребят, вот Грилл Сессон пишет. Вообще, вообще здорово. Так. У тебя прицеп опущен, Серег? Ой. То я уж думал, рассинхрон. Нет, прицеп который. А ты что, экспериментировал что с ним, да? А, господи, фух, слава богу. Перепугал. Ну пугал ты меня. Случайно, наверное. Я уж думал, у нас рассинхрон пошел. Аслан Макеев, спасибо вам за ваши стримы и моды. Ребят, ну моды не наши. Мы их только делаем, мы их, ну не делаем, мы их только демонстрируем, ну и иногда подпиливаем. Сейчас придет Павел, кстати говоря, он там в группе уже выкладывал. Он, вероятно, нам сегодня подкинет зелочки доделанные. Вот, так что будет еще лучше, еще красивше все. Так, сечки 78%, кстати говоря. Так что скоро забьем. А что у Сереги свет моргает? Ну, это бывает. Так, а где скачать Иниву? Скажи. Так сказал, ребят, заходите в беседку фермера в ВК. Она там лежит в общем доступе. Спокойненько заходите, качаете с Яндекс.Диска и наслаждаетесь. Вообще без проблем. Ну, я так понимаю, что она будет у нас в сборке, ребят. Ну, пока мы еще сборку аккуратно не делали. Просто-напросто. Дмитрий Сидорченко. Здорово, Андрюха. Как дела? Чем занимаемся? Как чем занимаемся? Работаем. Дядя Женя, ЗИЛ уже в группе. Ну, я хочу услышать от Павла, от самого, что он там допилил, поставил. Ну, будем вместе с ним тогда, может быть, как это, дошлифуем его, скажем так. Он скоро должен будет подойти как раз. Обещался через полчасика подойти. Привет, Андрей. Мод видел на Real Terrain при помощи этого скрипта вся техника проваливается в грунт и имитирует неровности на пахте. Опробовал уже? Нет, ребят, нам хватило в свое время драйв-контрола, поэтому не знаю, будем ли мы его вообще пробовать. Посмотрим. Слишком хорошо, тоже плохо. А скоро будет сборка в гостях. А, красте. Ребят, вся сборка лежит на Самаре. Все моды лежат там. Вот, возможно, будет сборка под Курай, но это опять же возможно. Потому что мы, в принципе, берем самарские моды, кидаем туда. Как его звать? Моды с Варварова, не с Варваровки, с этого, с Курая, и вот как-то так. А ты что, без Drive Control? Как без Drive Control? Почему Drive Control? Даня Тракторист, смотри, в какой беседке фермера? Группа называется ВК, беседка фермера. Забейте поисковик в ВК и найдете. Дмитрий Сидорченко. Андрей, передай моей сестре привет. Кристине Сидорченко. Кристина, привет. Игорь Сесил пишет. Ура, мне первые 50 рублей пожертвовали. Не знаю кто, но спасибо. Вот так что, ребят, не стесняемся, да, ребята, у кого есть желание и возможность отблагодарить Сесисона. Ссылочки есть под видео на его кошельки. На Яндекс.Деньги, на Вебмани. Что как-то так. Ой, какой техникой из вашей сборки можно возить водку? Так, сейчас будем проверять, ребят, какой техникой возить водку можно. Вот он прилетел, да? Вау, а вот все, отлично. Ой, мама, фига себе.
Сейчас я подъеду сам. Стой, 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 Серег, стой, стой. На выгрузку поехал. Ну да, уж я там уже много прилетел, а задом сдавать сам видел. Мне как-то не очень удачно. Такая амбразура. Да, откуда уже серая платит, кину тебе, окей, красть. Вот. Как передать Яндекс деньги тебе? Как, Юрик Тарасов? Под видео есть ссылочка и на Яндекс, и на мой Яндекс кошелек, также и на кошелек Вертоса. Под видео все есть, ребят. Прочитайте внимательно, кому вы хотите перечислить деньги. Я имею в виду игривому Сосисону, Вертосу или мне. Так, я вам 900 рублей на Яндекс деньги кинул. Спасибочки, игровой канал Джереми. Так. Так. Что нам надо? Нам надо включить шатку. Так, слушайте, кто хочет поработать? А на ликероводочный есть? Да. Я покурить хотел сходить, Антон Антишин. А я только хотел сказать, что уже время курить. Так, все, Ниву оставляю, если что, все включено, заведено, так что можно на ней, в принципе, поработать, если кто есть желающие. Андрей, при этом так, это я уже читал. Так, все, ребят, пойду я сейчас перекурю быстренько, так что вы пока полюбуйтесь тут. Сейчас подальше отойду, а то слишком шумит. Вот. Серег, следи по этому самому, как его, по... Ну, ты понял. Инспектору. По инспектору, да, и все нормально. Пункт включен, по идее, все там включено должно быть. Сечка уже 98. А, ну сейчас сечка будет полная. Вот, ну ладно, сейчас тогда покурим, будем разбираться с сечкой. А, и погоним его тогда, перецепим этот пункт на копнитель. Вот, сейчас все сделаем. Так, в общем, на перекур через 3 минуты буду. Комар, зараза. Вот, все, полные сечки. О, коптишь, Серега. Ой-ой-ой. Уже почти первую загонку выкружил. Так, ну вот теперь это собирать. Кто мы? Хрен его знает. Механизаторы, колхозники. Действительно. Кочегары, мы не кочегары, мы. Блин, надо тоже отвалиться где-то минут 10-15. Тоже что ли покурить? Не. Я еще не ужинал. И толком не обедал еще. И не завтракал. А я еще и не завтракал. Я вообще только проснулся от того, что когда Андрей стал бригаду звонить. А я еще спать не ложился. Офигеть. Нет, уже а, еще ну, не да. Лег. А у тебя сколько времени? О, да у меня уже сколько наверное? 12 час. Я не знаю, или 11. Мне часов дня только. У меня 5 с Москвой разница, если чё. Я скажу точнее. Да, 11 час, 16 минут. Я снова с вами. 15 минут, 11 раз. Так. Всё, этот самый полный. Этот. Ага. Так, сейчас надо что тогда? Ни хрена не видится. Ты, Серёг, ты-то гони в этот самый, в магазин. Его. Да, выключи только этот, чтоб не шумел. А, ты полный, нет? Или ты разгрузил уже в газик? Да нет, тут что у меня 16%. А, ну она сейчас она на газике с тобой сгоняет, чтоб уж так. Для атмосферности. Подскажи, будет еще какая-нибудь техника, кроме КамАЗа, водку возить?
уже говорил, ребят, будет возить водку газики наши, которые у нас в сборке, я имею в виду, и хардовский газончик, скорее всего, будет возить водку. Вот. Я так тебя не слеплю? Нормально? Я третьим. А-а-а. Я первого нормально. Ну я дальний не включал. У него нет дальнего. Как нету? Вот дальний. А, теперь хреново. Я и говорю. Как это нету? У него нет дальнего. Я специально пощелкал перед тем, как проверить. Там вроде только подпарник. Привет, деда. Удачного стрима. Привет. Не, классные газики, надо будет камеру им только подправить маленько, чтобы зеркала были нормально видно и здорово. Да, так... да, я там газончик еще зеркало включил, оно хоть нормально работает? Да, нормально, зеркала, все видно, я говорю. Отлично отрегулировано, кстати говоря. Не, ну вот это ребята делали, извините, они говна не делают. И вот эта команда, вот Чилок, Верик, и же с ними, то что 13-м моды хорошие делали. Денис Хайрулин. Все будет, ребят, все будет потихоньку. Не торопите, будет вам, как говорится, и свисток, короче говоря. Все будет, ребят. Потому что, ну, моментом все сделать не получается. Потихонечку все доделаем. Нам этой одной мажары хватит сечки, чтобы там силы смотреть? А я не знаю, сейчас посмотрим. Да не хватит и не надо, господи, чего. Силы с травы можем сделать. Тем более, кого нам кормить, у нас коров еще нет. Пока запастись. Александр Нефёдов. Это сейчас косилку купим, да накосим. Какие проблемы. Александр Нефёдов придет лайк поставил. Привет, Александр. Красти сосисон. А мне пишется, что у меня подписчиков не отпичивайся, что-то. Так. Яма большая, не хватит. Ну не хватит еще на объем. Это мы так пока экспериментируем, здесь он пишет. Ну игру, куда нам столько сечки-то сейчас? Нам столько силы СБГ здесь нету, так что особо там и так. Чисто ради эксперимента. Мажару набили и ладно. Дима Горбунов, всем привет, приветик. Откуда поехал-то? Серега. Разогнался. Надо ставить указатели. Алексей, надо указатели поставить. Станция. Магазин. Да, магазин. Не, ну он скачал пак этих самых дорожных знаков, будет еще знаки здесь ставить, так что все будет на карте потихоньку. А я помню, что направо станция, а прямо магазин. Ну и еду прямо. Перед этим еще одна съедет. Игрился сон. Окей. Будут. Я говорю, все будет, ребят, карта будет допиливаться, будет еще краше, еще красивее, так что как-то мы на прямом контакте с автором, он с нами, так что как-то так. Данил Сосников, привет, деда. Здорово. Так, ну и все, где-нибудь в уголке тогда его пока отцепляй. Так, сейчас я тогда куплю этот самый копнитель. Так, вот. Сколько он стоит? 5000. Нормально, берем. Купить. Отлично. Еще лагучий. Да ладно, господи, лагучий. Скажешь так. Нормально, карта работает. Он сейчас туман. Нет, у меня 36 FPS, нормально. У меня 40-50. Так, копнитель, это все хорошо. А где нам теперь? Нам нужен будет еще подборщик тюков теперь, да? Подборщик тюков стоит денег, да? Сколько? А это мы попозже можно купить. Сколько денег? Сейчас посмотрим. Еще дров 16 тысяч. Ну ладно. Еще 10 тысяч нам надо будет, короче. Ну ладно. Надо проверить, там может рыбу можно скупить.
Вот. Да, не еще раз. Еще, я так понимаю, что магазины еще закрыты, скорее всего. А, ну да, сейчас. Если только в эту отвезти, как в кафе. Ну а там же стоит рыбовозка где-то возле этого. Ну а кто это будет возить-то? Не, разгрузить, в смысле, она стоит. Это пун? Нет, пун это пун, ребята. Копнитель это копнитель. Пун это вот который сечку выбрасывает. Саша Козырев, всем привет, привет. А это пак СК-5 и Колос СК-6? Нет, ребят, это не пак СК-5, это именно Нива пак. Да вот рыбовоз стоит. Вот я говорю. Тут спихнуть могу. А что за Скания стоит? Скания это так, для мебели стоит. Ну не для мебели, она тут у нас... Скания мебельная. Занимается перевозками уже. Как это? Ну вот. Дорожники. Не наши. Другие регионы. Да, это уже дальнобойщики стоят. Короче говоря, с ЕТС приехал кто-то. Андрей. Ау. Кто? А этот же был вроде бы. Кто? Подборщик утюков-то. Коровам же возили вроде бики. Да? А, да, подборщик есть. А, ну тогда вообще. Куда? Семенозаправщик, погнали. Ну, мне-то нужно тоже. А я мне прям еду заправляться, потом. У меня все уже мигает. Ё-моё, сейчас. Сейчас, ребят, не спешите, все успеем. Чего вы торопитесь-то? Время только 6 часов. Сейчас к 8 часам туман развеется. У меня тоже мигает, у меня причем 8. Ладно. Привет, я тоже привезу. Идет. Стрим уже идет больше часа. Их. Так, вот это у тебя вроде пустая. Нет, не та, не та, не та, не та. Ладно, ты тоже тоже. О, премного благодарен. Угу. А это версия карт 1.18. Да, ребят, 1.18. Ссылочка там есть под видео на эту карту. Слава Струтинский. Новая Нива, да, ребят, новая Нива у нас. Сегодня проходит испытание на Курае вместе. Новая карта, новая Нива. В общем, много чего у нас тут нового. Покажите карту, пожалуйста. Показываю. Почему на Курае не грузится зерно, Евгений Беляев? Не знаю, почему у тебя. А где она не грузится? Хороший вопрос такой, ребят, вы пишете. Почему на Курае не грузится? Где не грузится? Где не грузится, да, куда не грузится, Евгений Беляев? Поразвернуть ей вопрос, пожалуйста. Все грузится. Виталик, у нас все работает, да. Привет, Андрей, я много пропустил. Андрей, кукуруза она убирает. Никита Сулейманов. Ребят, не знаю, надо посмотреть. Теоретически должна, но кукурузной жатки с ней нет. Придется брать от другой Нивы. Вот, ну, у нас она есть. В общем, должна работать. А когда Самара-Волга, Андрей Кобрин? Не знаю, ребят, сейчас все бросились пока сюда, на Курай. Вот, дайте, пока мы не можем везде сразу играть. Дайте разобраться. Меняемся, Андрей, местами. Вот, а зачем? Ну, будешь включать, показывать. Да ладно, тебе. Давай, господи. А, ну давай, да, в принципе. Давай, поменяемся, да. Сейчас будем разбираться тогда с этим копнителем, или как он там, ну да, с копнителем. Так, копнителем разбираться. Так, заводим сначала, соответственно, жатку, правильно? Заводим. Переключаемся на копнитель. Так. Так. Опустить. И включить. Все. То есть, в принципе, ребят, он работает как тюкопресс. Так что его нужно опустить, естественно. И завести. Сейчас посмотрим, что это у нас получится. Надеюсь, что получится. А, он типа, получается, земли подбирает? Ну да. Вот. Ну, он как тюкопресс работает. Тот же самый тюкопресс. А где-то уже я с таким куном сталкивался, тоже надо было опускать. В 13-м это было. А, да, точно. Это то же самое. Ничего нового пока не придумали. Так, сейчас я единственное, что включу опять этот самый.
Вот. Вот, 10% мы уже набрали. Уже маленький тючок у нас появился. И появился рассинхрон, кстати говоря. Если кто видит, с рукопрессом рассинхрончик небольшой идет. Не знаю из-за чего, но идет. Ну ладно, посмотрим. Так. Так, деда, цифры большие для слепых. Максим Болот, какие цифры, я не понял. Где какие цифры большие для слепых? Так, я вот только со школы пришел и сразу тебя смотреть. Виталик Евграфов. Вот откуда вот этот рассинхрончик идет, непонятно. Надо посмотреть, либо это Нива, либо у нас какой-то моди глючит. Кстати, в одиночке нормально. И, Леш, в одиночке я даже не сомневаюсь, что все нормально. То, что в одиночке это все нормально, я даже и не сомневаюсь. Это либо наш у нас мод какой-то глючит, рассинхрончик дает вот такой вот. Ну вот, непонятно. Ладно, разберемся. Так, кстати, 81%. Сейчас будет у нас тюб готов. Он вроде на месте, но смещен. Да. Во, кстати, раз на место встал. Хопаньки. А вот он рассинхрон. Что такое? А тюк травой. На продажу его. Да. Вот из-за этого рассинхрон. Тюк с травой. Угу. Выпал, да. Не с соломой, а с травой. Собирался. Интересно. Надо отписать будет это самое Кирюхе. Вот. Ну, это, в принципе, надо посмотреть, что там прописано в Ниве. Может быть, и самим можно будет исправить. Вот. А что, никто не замечал, что он с травой собирает вообще-то? Из соломы траву. Я только его сейчас увидел. Так он вроде как собирается-то с этой самой, как его. Так, а переключателя нет нигде? Ну-ка, сейчас посмотрим. Может, там какой-то переключатель есть? Нету ничего. Алексей, а что, в одиночке тоже так же, да? Что он из соломы траву делает? Вот это вот абсолютно неправильно. Это смерть коопу, может быть. Он и сохранёнку убить может. Может, это из-за того, что... Сохранись на всякий случай. Андрей, а все как отправить верхний левый угол? А то задолбал он слева. Он слева по центру. Верхний левый угол. Слева по центру. Это не инспектор, это лоуд статус. Это и другой мод, это лоуд статус, да. Это немножко другой мод. Вот. Так отключи его, если он тебя задолбал бы. Отключай его, и все, включай его, когда. А у меня солома выпадала. Это может из-за культуры, кстати. Нет, ребята, из-за культуры это не может быть. Солома, она и в Африке солома. Странно. Ладно. Я вот сейчас вижу через. Как раз через лоудер. Показывает, что у него овсяная солома. Не просто солома. А, может быть, это овсяная солома такая. А мы сейчас посмотрим, мы сейчас его прицепим этим самым. Хотя, по идее, не знаю, тюк травяной явно. Он просто даже видно, цвет, да. Цвет поменял даже. Ой, блин, я помню. Так, что? Сейчас. Здесь непонятно, я что-то не вижу. Нет, в Ниве-то он соломенный, явно. Вот. Да, желтенький, да. Видно, что он это самый желтый, да. А вот почему там, непонятно. Ну ладно, может быть, это действительно от модовых культур зависит. А я скачал комбайн Нива такой же, как у тебя, и он пропускает частями. Не знаю, у нас ничего не пропускает, кстати говоря. У нас в этом плане как раз проблем нет. У нас я полный. Ага. У нас проблема вот с тюками сейчас тут назрела. Кстати. Ладно, разберемся, короче говоря, с этой Нивой. Главное, чтобы сохранёнка не легла от этого. Сохранись, Андрей, всякий случай. А чё, слушай, смысла уже нет. Да. Уже ничего не... Если она ляжет, то она ляжет. Ну, посмотрим. А, Андрей, не, вы перезайдете, все будет окей. У меня тоже так было, я перезашел и все окей. Ну, будем надеяться.
Потому что я говорю, ошибок никаких вообще, то есть сервер вообще ни разу не ругнулся даже на эту Ниву, блин, что что-то у него не так. Странно. Ну что, хочешь сказать, что, блин, тюки из соломы превратятся, из травы превратятся, из сена в солому? Надо посмотреть, что там прописано просто-напросто внутри Нивы. Там, в принципе, должно быть все прописано в HTML-файлах, так что, может быть, там что-то неправильно прописано. Надо поглядеть, короче говоря. Не, ну, ребят, что вы хотите? Агрегат новый, еще не отработанный, скажем так, бета-версия. Вот, будем работать, править. Вот, сами не сделаем, ну, Кирюхе напишем. Вот такой парень тоже отзывчивый. Ну, так все просто. Главное, что все работает, ребят. Дюха, Ев, Графов, удачной работы, а то я пока заболел. Ну, сейчас погода такая мерзостная, согласен, сейчас заболеть как, не знаю. Он тут жену ходил встречать, я говорю, аж уши замерзли. Саша Козырев вот пишет, я тоже заболел, ну вот да. А я тоже уже переболел, выздоровел, тяжело переболел. Да, вот Красти пишет, Андрей, это просто называется магия, в стиле фарминг-симулятор. Да это не магия, ребят, надо разобраться просто-напросто. Где-то что-то не так прописано просто-напросто. Вот и все. Надо покопаться, поковыряться. Вот я надеюсь, что все будет хорошо. А, Серега, а куда сгружаешь это зерно? В амбар? Куда? Да, на хранение. А куда же еще-то? Закрома Родины. Кстати, вот вам и деньги, кстати говоря. Если сейчас это травяные тюки, значит их, соответственно, и обмотать можно будет. Мы еще будем кричать читеры. Мы еще и денег на этом поднимем, блин. Как за силос. А видели, вышли модовские грузовики Магирус? Видел, ну это с 13-го конверт. Они у меня были еще в 13-м. Ну, текстурки. Там вот в 13-м они были, не ахти. Вот. Хотя прикольные, вот на две реки бы нормально пошли. Кстати, сейчас какая-то карта получилась, появилась верхняя Швабия, по-моему. Кстати, вот там их можно будет поиспользовать. Кстати, неплохая карта, надо будет посмотреть. Женя Геймс. Привет, Андрей, как карта? Большая? Ну, стандартная карта, ребят. Стандартного размера, полей немного всего, сколько-то, 9 штук. Вот, ну вот как-то так. Она, конечно, не полностью заполнена, так что я бы не сказал, что карта большая, но есть куда поездить. Так что вполне есть где развлекаться. А долго будете еще играть? Ребят, ну еще полчасика будем, я думаю. Так, в общем, надо ее смотреть, Нива. Немножко тюк кривенько. Но это я так думаю, что не так страшно, как раз. А вот с тюками что делать, я не знаю. Посмотрим. Почему он из травы делает, то есть из соломы делает траву, непонятно. Надо обмотчик купить, попробовать. Да? А у нас же есть даже, по-моему, обмотчик или нет? Обмотчика тюков нет. А, нету, да? А, ну, сейчас купим, посмотрим. У нас тюкопресс и... Что там еще не было, не видел, как работает амбарчик. А что за амбарчик-то, Игрюсь из соломы, я не понял. Ты про какой амбарчик говоришь? Я на базу вожу, блядь. Сезон, зачем ты над этим полем поставил деревья? Их же убирать. Там не деревья, там болото. Поэтому не советую убирать. Застрените. Максим Болотин. Класс! Отдохните минут 5. Нет, ты бы чё, ребят. Может, я уже на перекуре был, так что ну, работаем, работаем. Отдыхать нам некогда. Револьвер 55. Андрей, я от Олега Жукова, он просит прощения у всех и сейчас выздоравливает. Он реально болеет. Прошу, пускай выздоравливает. Что я могу сказать? Так мы особо вроде как и не обиделись. Так. Красти. Тем более. Не тем более, а тем более.
Господи, ну что ж вы так пишете-то безграмотно? Тем более. Тем более. И раздельно, кстати говоря. А что тем более? Это ты про что? Револьвер. У него рак легких оказался. Кошмар какой. Такой ужас. Да ладно, господи, такой молодой рак легких. Хватит нам сказки рассказывать. Ну не надо тут русского языка, я про третье поле. А по какому? Ну давайте будем писать на абракадабрском. А вы представляете, как это читать мне? Вы думаете, это самое... Мне легко вашу... Я говорю, я не знаю, закорючки читать. Не надо русского языка. Давайте будем писать на английском. Дядя Женя, пока. Так, ладно, поеду-ка я от первого лица. Мне что-то так понравилось, что от первого лица на ней ездить, на ней. Классно. Так, Костя Богайчук, привет, Андрей, что нового? У меня рука сломана. Да шо ж вы все там переломались-то, блин, в сентябре. Вот, новая Нива, ребят. Новая Нива у нас работает. На данный момент. Кураем многие таких полей со стропками. Вот и сделал похожее. Все правильно. Все правильно, Алексей. Кто сказал, что будет легко? Так, предбригада был прикор с продажем досок. Они распродал, дали около 1500. А за второй и последующие дают уже 10000. А с магазинов прибыль почему-то не заметил. Да не знаю, должно быть вообще-то как-то. С магазинов постепенно же идет. Она ж там не сразу идет, да. Она там на реализацию, что называется, принимается. Под реализацию. Вот продадут, так пахнет. Так. На, ну вот Игорь пишет, да, Игорь Сесон, Игорь пишет. Владимир Попов. Каждый час идет прибыль, да, с магазина. Ладно, пока я играть, Максим Болотин. Пока-пока. Нет, я просто с этими уроками вообще устаю сегодня. 8 уроков, 6 домашки, во всех домашних заданий, а то упражнением. Так, английский можно помолчать, пожалуйста. А что тут про английский? Я уже говорил, пишите на английском, я вообще читать не буду, потому что я не умею по-американски читать. Андрей, мне друзья сказали передать привет. Привет от клана Play Дальнобой. Это в ETS-2. Спасибочки, ребят. Дюха Евгра. Фоп. Спасибо, ребят. И вам также привет, дальнобойщикам. Игривый сон. Я проверял, все работает. Так, а где взять КамАЗ для водки? Вот. Не нужен вам КамАЗ для водки. У нас скоро будет нормальная будка для водки. Так что нормально. А что за комбайн, который убирает и солому? Ну, новая Нива, которая работает еще и с копнителем, и с пуном, ребят. Последняя разработка, последний мод от Кирюхи. Так что как-то так. Серег, давай, подъезжай. 99% уже, 97%. Сто восемь, 99. Не доезжай до конца, пожалуйста. Доехал.
Стал же, окей, спасибо. Ребят, ну комбайн, он, КамАЗ, а он вам нужен, там столько водки вам все равно не надо, и вы столько все равно не увезете. Не продадите, скажем так. Супер комбайн 21 века Нива. Да, ребята, это не 21 века, а 20-го. Я вот в группе, если кто видел, там было видео по Колосу. Ну не по Колосу, по Дону 1500. Когда там они на ходу еще и прицепляли, кстати говоря, эти самые мажары. Вот это супер комбайн, ребят. Поэтому, говорю, нам есть чем хвалиться, чем гордиться. Вот. Мы не лаптем щехлебаем, короче говоря. Кроссовками. Да, и реально супер комбайн. Вот. Ни один импортный комбайн на такой не способен, кстати говоря. А у нас запросто. Глянь, двигатель прогресса. Короче говоря. Сам я пока на ремонте, но вот сломался, пацаны играют. Половина есть в стиме FS15. А, ну понятно. Пойду бутер замучу. Супчик варится еще. Опять про еду. Да что ж такое-то? Мне уже кофе в горло не лезет. Ну ничего, сейчас тоже пойду что-нибудь замучу. Так. Не, ну это явно трава. То есть сено. Ну явно сено по цвету. То есть не может быть, чтобы это было. Комбайн не продадите, а то в реале нужен такой. Так в реале, пожалуйста, покупайте. Ивы, Дона, они идут, кстати говоря, и с пунами, и с копнителями. Пожалуйста, берите. Вот. Стоит недорого. По сравнению с импортными. Это же Ростсельмаш. Это же не хухры-мухры. Люди на рынке комбайнов уже, не знаю, больше полвека. Есть, как говорится, наработки у людей, не пальцем деланные. Доны 12-метровой жаткой. Там не 12-метровой жатки дело, ребят. Там было видео еще снятое при Советском Союзе, как работает комбайн Дон. Там вот показывалось, как вот эти пальчики работают, как работает пун, как раз там объясняется, и как они на ходу прям, я говорю, меняют это самое. В конце видео на ходу прям эту мажару заменяют. То есть он отбрасывает старую, ну, в смысле старую, наполненную, тут же к нему МТЗ подскакивает на ходу, и они на ходу заменяют эту вот пустую мажару, он цепляет. Вообще жесть. А вы говорите 21 век. Это еще в 20 веке все было сделано. Причем нашими конструкторами, а не какими-нибудь там классовскими. Всем привет, походу сильно опоздал. Да, походу сильно. Уже на час 40. Хороший комбайн, но немного недоделан в плане задней части. Ребят, непонятно, что тут недоделано. То ли это наш мод какой-то глюк дает на этот комбайн, то ли сам комбайн рассерпончик дает. Ну, нормально. Разберемся. В коопе, я так думаю, то в одиночке это вообще будет незаметно, кстати говоря. Да, отлично все работает. Спасибо за карту. Я после каждого часа видел, что товар продается. Не, продается, ребят. Прибыль не заметил по сравнению с досками. Ну, там прибыль не такая большая, конечно. Доски здесь, ну, реально немножко читерные. Алексей, может быть, кстати, убавит цену. Хотя, не знаю. Нет смысла. Ты, блин, заболтался. Заболтался сейчас. Зачитался, вернее сказать. Андрей, сегодня стрим еще будет? Ребят, да черт его знает, что еще будет, ребят. Не знаю. Вот. Вчера вот, например, я говорю, мы что-то хотели стримить, ну, пошли в грид играть. Как-то не до стрима было, что называется, уже. Вот грид вчера покатались, погоняли. Да уж, а я с пиратской фарм-симулятор снял 80 тонн картошки. 1 килограмм не хватил. Ну, сейчас досыпем. Все, хватил, хватил. А то 8999. Я говорю, бывает. А, на карте Самаре Волга. Ну, надо думать, слушай, на Самаре Волге. Там поля, ого, какие.
Сереж, есть около Андрея, а то он может не заметить заполнение бункера. Ребят, поле кривое, поэтому мы тут толкаемся. Мы решили все-таки разгружаться на стоянках. Тем более оно небольшое. Да. Вот. Тем более не так это много. Да и мне кажется, так атмосфернее все-таки. Вот. Нифига. На больших пролетах. Так это, да, дозаправку в воздухе это тут работает. Кстати, здорово, и хорошая анимация жатки у этой Нивы. Вот. Я имею в виду анимация культуры. Прям так вот классно. По-моему, клавиши медленно работают. Вот. А ну может быть. Андрей, а я закончил уборочку на карте совхоз колхоз Рассвет. А что, она есть еще, эта карта, да? Нормальная. Я пока не видал. Бригаде, привет. Андрей Угринчук, привет. Так я полполя устал возить, плюнул и стал сыпать рядом с базой. А стрим давно идет? Да, ребят, скоро будем заканчивать. Как всегда, в 16:00 мы начали по Москве. Так что скоро будем заканчивать. Так, ага, Куку пишет. А, ее доработали. А, потому что то, что я видел, это, конечно, было безобразно. А не карта. Ну, если доработали, это ладно. Почему у меня иногда курай провисается? Ну, это нормально. Перезагрузка какая-нибудь идет, еще что-нибудь. Сохраненка, может быть. Может быть, от сохранения, кстати, стоит. А че тюк сдвинут? Не знаю, ребят. Либо Нива чуть-чуть глючит, либо у нас какой-то мод глючит на эту Ниву. Непонятно. Андрей, а почему ты на рассвете не играешь? Ребят, да мы наигрались уже в 13-м на рассвете. Опять же, ну, за все ж не схватишься. Вот, у нас сейчас Самара идет. Вот, Варваровку опять мы сейчас в долгий ящик отложили пока. Вот, сейчас здесь поиграем. Так что как-то так. Андрей, ну давай уже нарежьте ксенонавты, будь ласка, я уже соскучился за игрой, Андрей Ковари. Ну, ксенонавты я играю в одиночке. Ну, не знаю, ребят, когда мне ее снимать? Я так иногда захожу по ночам. Вот. Поиграю, потому что, ну, не знаю. Может и будет, не знаю. Потому что я в нее играю, тем более, что мне ее подогнали, говорю, эту самую, как его называть там, оригинальную версию, не пиратку. Пиратка, к сожалению, что-то лагала и... так. Андрей, я только что зашел, а что за приблуда на него? Это не приблуда, это копнитель. И плюс еще есть пун. В самом начале мы там пун демонстрируем. Так, опаньки, а чего с тюком происходит? Конфликт? Я не знаю, ребят, то ли конфликт какой-то с каким-то нашим модом, то ли чего. И плюс она выбрасывает, как вы видите, вот. Почему-то тюки с травой. Непонятно. Скорее всего, Ниба немного лагает, и тюк с краю. Не знаю, ребят, она не лагает, ошибок в ней вроде как нет. Скорее всего, что-то может быть пропиской, либо у нас какой-то косяк с нашими модами. Ну ладно, в принципе, не самое страшное. Да и не первый раз уже это, кстати говоря. Так что, нормально. Это не самое страшное. Так... Где грузить семена? Так, ребят, видео под этим есть, там, наверное, показано. Видео под моим видео есть, где что куда на карте. Вот Алексей снял специальное видео. Я думаю, что там показано, где грузить семена. Семена грузить на вашем таку, самый последний ангар. Вот, если кто играл на Варваровке, помнит. Самый последний ангар, там как раз грузятся семена. Так, всем привет. А где в карте Курай лес пилить? Подскажите, пожалуйста. Рабиль Сабиров. Ну, это просто. Открываете карту, находите лесное хозяйство, надпись. Вот,
посреди карты внизу, да, чуть-чуть нижний. Вот там у нас много леса. А так, где хотите, там и пилите. Лес пилится, ну, за исключением картонного, я имею в виду. Так что, где хотите, там и пилите. Так, ой, кто-то там мчится, походу, в тумане. Серега. Вышел ежик из тумана, вышел, вынул ножик из кармана. Данил Сосников. Деда, ты классный. Я знаю. Сталкер же. Ассасисон. А еще обзоры модов будут? Так, наверное, будут. А, ну да, заглушил. Конечно же будут, раз он этим занялся. Из соломы сечка, из соломы тюки травы. Все может сделать добрый Гудвин. Нет, ну из соломы сечка еще можно понять. Вот, а вот как из... Да, из соломы трава получается, непонятно. Ну надо посмотреть в прописке, может быть что-то там неправильно все-таки. Я думаю, это... Не страшно. Это починим, я думаю. Надо сегодня поковыряться с ней. Может быть, доделаем. Посмотри, что там чего, во что превращается. Андрей, ты классный, но тебе не хватает простых видео, как у Глебастика. Так я знаю, когда их делать, ребят. По два стрима в день, я говорю, я просто их не успеваю делать. О, гном покидает сервер. Супер Гейм Ченел. Всем привет, привет. Привет, бригада, лайк поставил, ник Гвоздя Дежезла, Евгений Володя. Это новая Нива, Иван Тракторист. Да, это новая Нива, ребят, ну вот пока тестим. Как говорится, такие полевые испытания проходят. Ну вот кое-какие недостатки мы заметили, ну посмотрим. Либо это наш глюк, в общем, либо что-то немножко с Нивой не так. Ну опять же, это первая версия. Я думаю, что будет дорабатываться. Так, секундочку, я сейчас подойду. Я снова с вами. Так, Бактыгуль Эскуат. Привет, приветик. Жалко, на карте нет возврата техники. Ну, ребят, не теряйте технику, что я могу сказать. Все будет хорошо. Андрей, пожалуйста, скажи, или еще как кто-нибудь, можно сделать стрим без партнерки? Конечно, можно. Не можно, а нужно. Ты слышал новую песню Тимати Баклажан? Я вообще Тимати не слушаю. Для меня нет такого певца. Блин, Тюк. Как бы его теперь выгнать отсюда? Вот так, наверное, да? Иван Тракторист, Андрей, ты меня помнишь? Иван Шарабура. Привет, Иван Шарабура. А итальянского радио на фоне сегодня не будет? А зачем вам итальянское радио на фоне? А что оно было когда-то? Это у меня когда телевизор работает. Итальянское радио. Андрей Кобрин. Ну и что, почему? Стрим по фермеру. И что такого? Ну, стрим по фермеру, и что такое? Посмотрите, зайдите.
Красти, как? Все перескал, все перескал. Будет возврат, вот. Говорил, Сисисон пишет, на СТО будет возвращаться. Где у нас СТО? На базе. У Андрея все в одном. Он и моду тестирует. Раз, на поле работает. Два, в карте рассказывает. Три, Юки не волнуйся. Ну да. Как это? Человек-оркестр. Наконец-то. Какаю, из ружья стреляю. В общем, как-то так. А почему у тебя на карте погода такая грустная? Ну, мы погоду как-то не это самое, не регулируем. Вот такой туман сегодня у нас наступил на карте, да. Ну, сейчас к 8 разгуляется, не переживайте. Господи, Степан стрим начинает. Андрей, ты главный, поняли все? А чё стрим? А, ну, я сейчас закончу. У него 6 стрим, что мы сейчас закончим, да, ребят? Так что милости просим к Степану. Всем привет, и тебе, Андрей, только досмотрел будни трактейст, сразу к вам лайк стоит, Игорь 69. Ну, мы сейчас уже заканчиваем, ребят. СТО на трассе, примерно напротив элеватора. СТО на трассе, а, хорошо. Еще вспомнить, где тут элеватор. Так, где тут элеватор? Ух, ничего себе. Ну, может быть, правильно. Действительно, на ремонт. Еще и деньги за это брать, за возврат техники. Кстати, было бы прикольно, как в Евротраке, например, да? Логично. Да, хочешь, ну, это самое, вернуть технику на ремонт, плати бабки. Кстати, я тут подумал, а нельзя ли, вот, кто у нас, Паша вот сейчас сделал Ниву, да, такая красивая Нива у него. Слушайте, может быть, нам тут службу инкассации какую-нибудь сделать? Магазины есть. Надо как-то придумать, да? Кто-то того в один магазин заехал, бабки забрал, в другой магазин... Имеешь в виду Нива легковушка? Да. Доехал до банка, там сгрузил, да, тебе там денег немножко отвалили, блин. Вот. У тебя краши, нишу холеры, у того тупо. Да ладно, тупо, ребят, прекратите обижать человека. Не трогайте человека в суе, что называется. Так. Глушим. Ждем. Слушай, так тюков-то немало получилось, слушайте. А ты уже полный, Андрей, да? Да. Андрей, 2 минуты до конца. Да, сейчас будем заканчивать, ребят, так что всю работу не переделаешь. Я говорю, ну, не знаю. Вечером, наверное, продолжим мы на этой карте, потому что много еще чего надо посмотреть. Андрей, Евгений Володин. И в общем, Андрей, робот, машина современности. Нет, я не робот, ребят, я Кощей Бессмертный. Я не чувствую боли. Капитан Гном, дойду на магазин и буду через 15 минут. Ну, через 15 минут нас уже не будет. По-моему, Серега приехал. Угу. Привет, Андрей, бригада, удачного стрима и всем зрителям. Здорово, здорово. Нияс Емилов, привет, дядя Андрей, как дела? Отлично. Какой у Степана канал? Ну, Степан Холера. За полный бункер 3,5 тюка. Вот. Сейчас он уже насчитал. Сколько там выходит. Ой, я его заглушил. Так, ладненько, все, ребят, сейчас будем заканчивать, потому что всю работу не переделаем, говорю, все равно. Вчера мы тут, кстати, немножко лесом позанимались, повалили деревья, попробовали, ну, вроде все работает на карте. Щепу повозили и на склад, и на продажу, тоже вроде все работает, так что потихонечку карту тестим, исследуем, пока нареканий нет никаких, все хорошо. Опять же, Алексей будет еще допиливать. Знаки устанавливать, таблички. А что вы убираете? Убираем мы овес. Вот такой красивый, красивый овес. Сейчас покажу. Вот. На что это похоже? На овес. Правильно? Правильно. Овсяное поле. Овсянка, сэр, короче говоря. Будем копить этого лорда из этого, из собаки Баскервилли, как его там звали, не помню.
Так. Very long. Мне кажется, или колосом быстрее убирали. А там вроде бы жатко. Ну да, там жатко же больше, конечно. Сравнил не его или колосом. Конечно. Винстриф почав холера. Хорошо, сейчас пойду к холере. Смотрю, что там за стрим. Такое даже есть. Я не знал. Круто, не я съемил. А что круто? Нормально, все отлично. В 13-м они такие нивы были. Ну, там что так не творили. Я сейчас выучу уроки, уберусь в комнате, погуляю, а ночью буду спать. Нет. Точнее, тебя смотреть, Евгений Володин. Понятненько. Так. Так, ладно, ребят, все, заканчиваем. Я говорю, кто смотрит Степана, вперед к Степану, короче говоря. И есть что там и посмотреть, и послушать, опять же, ну, сравнить, в конце концов, да, для себя у кого лучше. Да я думаю, там сравнивать нечего. Он, наверное, играет на импортной карте. Да, кстати, интересная у него техника. Вот кто играет на импортной технике, у него там целая куча классов, ну, вот, появилась. Так что, как-то так. Вот. Все, ребят, всем здоровья, счастья, удачи и до новых встреч. Ну, вечером, наверное, продолжим работать на этой карте, потому что карта только вышла. Я думаю, что тут еще много вопросов, много что. Как-то так. Вот. Все, ребят. Всем пока-пока. Ну вот. До встречи вечером. Надеюсь, сегодня будет стрим все-таки. Всем пока. Не знаю во сколько. Ну, в общем, посмотрим. Привет, передай Степану. Ну да, передавай привет от бригады номер 2. Так что как-то так. Вот. Все, ребят, пока-пока. Всем пока. Так. Слушайте, сегодня даже идиотов почти не было, скажем так. Зачет. Так, сейчас я подойду, ребят. Чё, к Степану? Где кто, чего? Андрей, чё, убежал? Сейчас подойдёт, сказал. Курить, наверное, пошёл. Я к Степану тоже пошёл, гляну. На класс обгоняет. На вкус и цвет товарища нет. Ну, у него замечательно, как-то стримчики тоже 60 FPS идут. Коп. Не моё пальто. Нудный он какой-то. Ну, да, есть такое немного. Но... Я его долго, кстати, не выдерживаю. Я минут 20 смотрю и все. Я, может, год назад еще пытался его смотреть, а потом. Пойду. Куда? Степану? Опа, опаньки, так.
Так, отлично. Отлично. Так, ну что, поле надо убирать, наверное, да чё уж. Тут осталось немного. Наше первое поле. Так, забавный комбайн, ну вот видите, что творится. Зараза, даже не знаю, что с ним делать. Ну посмотрим, если он будет такие чудеса вытворять, конечно, ну, конечно, удалим. Уж, но смысла нет, ну что мы, блин, какого? Насечку, что, кир купим, правильно, как обычно. В общем, посмотрим, что будет. Я так думаю, надеюсь, ничего страшного не будет. Посмотрим, если сохраненку он не убьет, то может ничего.